Ежегодный пешеходный ультрамарафон, который приурочен ко дню освобождения Одессы, переносят. Как и в прошлом году, 100 километров по поясу славы за 24 часа. Спортсмены должны были преодолеть с 10 по 11 апреля. В связи с карантинными ограничениями и красной зоной в Одессе сотка сдвигается на сентябрь. Пройти или пробежать 100 километров по Одесской области можно будет 25 сентября. Организаторы отмечают, что все регистрации будут действительны.